Хладнокровное нападение в столичном районе «Теплый стан». Мужчина жестоко избил и ограбил беззащитную пожилую женщину. Пенсионерку молодчик подкараулил вечером в парке, где она прогуливалась перед сном. Пострадавшая до сих пор в больнице, а ее обидчик уже дает показания следователям. Все подробности у Елены Бабаевой. Парк на юго-западе столицы. Время позднее, вокруг ни души. И только один человек прогуливается по вечернему парку. Направляется неизвестный домой. Вот он уже у подъезда. На плече у мужчины рюкзак. Его он только что отнял у 74-летней москвички. В отдел полиции поступила информация о нападении на пожилую женщину в районе лесопарковой зоны Тропарева. Незамедлительно по указанному адресу выехали сотрудники полиции. 74-летняя потерпевшая рассказала, что к ней сзади подошел неизвестный и попытался отобрать рюкзак с личными вещами. Пенсионерка хотела дать отпор нападавшему, но молодчик повалил жертву на землю и начал избивать кулаками по голове, пока потерпевшая не потеряла сознание. После чего забрал рюкзак и исчез. Лежащую на земле пенсионерку заметили случайные прохожие. Это они сообщили в полицию и вызвали скорую помощь. На какое-то время женщина пришла в себя и даже описала приметы налетчика. Но потом пенсионерке стало гораздо хуже. Сейчас она в реанимации. Врачи борются за ее жизнь. Хладнокровного налетчика оперативники задержали уже на следующий день. Вычислили по камерам наблюдения. Задержанного привезли в отдел полиции, где он подробно все рассказал. Я виноват. В чем? Бабушку избили. И забрали у нее имущество? Да. Как били кулаком, скажите? Так, били с кулаком. Сколько раз вы ударили бабушку? 2-3 раза. Как рассказал задержанный, в Москве он уже 8 лет, но за такой долгий срок так и не устроил свою жизнь в столице. Подрабатывал на стройке, сейчас якобы остался без куска хлеба. Потому и пошел на преступление. Теперь молодому человеку придется отвечать по статье «Разбой». Елена Бабаева, Петровка, 38.